Там Они в реально Диппер мыли, пиздец. да, их? Да как это поехать, блядь? У меня пятнашка уже давляк на ней стол, мне кажется, сзади стоит. Она все равно здесь быстро едет. Пятнашка? Ну, какая пятнашка, блядь? Тринашка. Пиздец, блядь. Да я не знаю. Пиздец, ты Николая Грушева убил, нахуй. Тут Теслик на Рексе ездит. Ты нахуя Николая Грушева убил, блядь? Я фото расскажу, он тебе приедет, пизды даст. Постойте на спавне кто-нибудь. Блядь, Спотик, сука. Спотик, ты заебал. Давай, проедь конфиг или ты лох? Создатель Лукойла. Давай, заебал, я здесь и подсъемы делаю, пиздатые. Реально. Как бот ебаный, езжу. Так, Сёма, так съебался нахуй с трассы. Чё, охуел, что ли? Сейчас надо поставлю. Так. Пацаны, по готовности все готовы? Тише, тише. Да. Так, на счёт три. По готовности. Один, насчет... два, три. Мне кажется, надо давать перезаезд из-за того, что, получается, Немо пнул Денвером. Кого? Ну, Денвера, он его пнул, он не смог поставиться спокойно, алё. Ну так Денвер за преследователь. Денвер преследователь должен подстраиваться под лидера, по логике. Я бы также бы, если бы я бы ехал, бы также пизданулся бы об кого-то, я бы сказал бы, блядь, пацан, блядь. Я не туда заехал, я видел, как он, ну, не в ту сторону поехал. Немо же не может следить, же жопу чекать свою. Так, Немо. Так, Денвер. Ты чемпи? Не-не-не, едем. Денвер, давай, теперь ты лидер. Немо преследователь. А Денвер, а ты вообще вылетел или как? Он стол потом врезался. Подожди, стоп. Денвер, ты с трассы прям вылетел или нет? Нет, он на трассе остался. А, все, тогда давай дальше. Я тебя столб свернул. Тогда это не считается за вылет. Давай, пошел. Три? А, ну давайте, езжайте. Не добавляйте там. Блядь. Денвер убился. Переделать будете или нет? Да, можно. Вставайте на шикану. Две попытки делаете или одну поделаете, последнюю попытку? Ну, последнюю. Давай, две. Да, чтобы там было поинтереснее чутка. Так, готовы? Да. Три, два, один, пошли. Ну тут вылет конкретно. Это у обоих по нулям. Немо нарушил минимальный угол, а Денвер вмотался. Второй заезд сразу. Так, Немо лидер, давайте так, я вам сразу сейчас скажу, чтобы вы потом не запутались. Между клиппинг-зонами разрешены остановки. То есть тормозить... Не остановки, а торможение. Ну да, торможение ручником. Следите за своим соперником. Если он затормозит ручником, и вы в нем влетите, вам будет минус, ему не будет минус, он не кинул якорь. Там разрешены торможения. Следите внимательно. Так, готовы? Давайте. Один, два, три, поперли. Денвер размотался, плюс нарушал минимальный угол. Так что, получается, как ни крути, Немо будет next. Да. Ну, Денвер молодец, что в топ-32 вырвался. Поздравим. Денвер, ждем тебя на следующем турике. Спасибо за проезды, выходите с сервера.
Спасибо. Давайте, пацаны. Так, сокрытие. Подождите. Thank you.
Yeah.